Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Недавно я рассказывал про сервис Simple Wall Street, и там речь шла об акциях, обделенных любовью инвесторов. И одной из самых перспективных акций была «Обувь России», и я эту акцию взял. Ну, там было написано, что потенциал роста у нее чуть ли не 80%, и этот Simply Wall Street сервис принадлежит компании Standard & Poor's, там какой-то анализ и так далее. Вот, очень интересно. Я не уверен, что он правильный, вот, но, ну, потому что они, может быть, не все знают, и российскую специфику, может быть, не все знают. Вот, но давайте посмотрим на график этой акции. Такой интересный график, посмотрите, как он выглядит. Здесь, во-первых, вот он, рост, ну, здесь, скорее всего, отчетность какая-нибудь была. И вот столбы какие-то, обонки столб, оп, столб, еще один столб, еще один столб, еще один столб. Посмотрите, то есть цена иногда резко взлетает, очень резко взлетает. Насколько резко она взлетает? Посмотрите, ну вот, вот он, вот такой столб, 72,5. Теперь давайте посмотрим, сколько это. Вот я сейчас беру, провожу линеечку, вот отсюда, вот до сюда, вот. Ну, примерно, да. Цена взлетает на 20% иногда. А теперь давайте посмотрим еще внимательнее, что это такое, когда цена взлетает на 20%. А сейчас мы это увидим, когда цена взлетает на 20%. Так, вот здесь цена взлетала. Тайм 12.00, не знаю почему. Вот. Опля! Посмотрите. 27 число. Время. 8 утра. Ну, это по Гринвичу. У нас 10 утра. То есть на открытии биржи цена взлетала. Следующий день ничего, следующий день ничего, следующий день ничего, 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 ничего. Опять. 8 утра. Опять на открытии биржи цена взлетала больше, чем на 20%. Еще через день цена взлетает больше, чем на 20%. Что это значит? А это значит, что с хорошей периодичностью, вот с 27 июня по 9 июля, то есть в течение двух недель, трижды цена взлетала на открытии биржи более чем на 20%. Ну, во-первых, сказано, что акции недооценены, а во-вторых, есть такая штука, когда на открытии биржи покупаются достаточно большие объемы акций на аукционе открытия, и, соответственно, можно заработать буквально за один день или там 2-3, 20%. Именно поэтому я ее взял. И вот прямо сейчас, смотрите, вот мы сейчас, сейчас я вам увеличу. Вот, прямо сейчас, смотрите, есть время сервера. Вот сейчас я вам покажу. Вот она. Вот, время сервера и... Видите, 9 часов 50 минут, и начался аукцион открытия. Начался аукцион открытия. Посмотрите. И на этом аукционе, именно на этом аукционе вот эти столбы и происходят. Вот в чем дело. На аукционе открытия можно заработать. И вот прямо сейчас, я не могу делать это в прямом эфире, у меня что-то... Последний раз я пытался выйти, не получилось со звуком, поэтому я буду прямо сейчас ставить. Смотрите, вот, поставим первую заявочку вот здесь, 62,5.
Новая заявка. Я купил, у меня пакет в 1000 акций. Продажа. 10 лотов. Я хочу продать по 62,5. Окей. Так. Давайте по 63 еще 10 акций поставим. Это аукцион. Не продастся и не продастся. 10 по 63. По 63 25. И еще 10. По 65 поставим. И еще 10. Опля. А для выбранного финансового инструмента цена должна быть не больше 64,13. Хорошо. Поставим 63,5. Еще 10. И поставим-ка мы еще 63,75, еще 10. И поставим-ка мы еще 64. И еще 10. Так, сколько у меня осталось? Акции 64,10. А акций у меня осталось 40. А давайте-ка мы поставим на остальные акции. А, ничего я не буду ставить. 63,75, 64 есть, 64,10. Мы поставим все остальные. Вот так. Вот я поставил. Ну, давайте в среднем, давайте посчитаем. Примерную стоимость. Сколько я получу денег? 7,58% за один день. Нормальная сумма. Если вдруг какие-то из этих заявок сработают. Минимальная заявка. Давайте посмотрим. Вот синие линии. Это то, сказать, за сколько я ее купил. Вот она, синяя линия. Видите? 6% за один день. Ну, хорошо. Если это сработает, если эта заявка сработает. Пока я не вижу, чтобы она сработала. Вот. Но что я хочу сказать? Я буду делать так каждый день. Потому что, смотрите, раз, два, три, за последние две недели три раза такое происходило. Ну, за хорошие деньги можно это делать каждый день. Ну, в течение двух недель я постараюсь это делать. Вот. Ну, и если вдруг это сработает, я расскажу вам. А если не сработает, ну и бог с ней. Вот. Ничего страшного, у нее есть потенциал роста. Пусть лежит
Вот, буду делать это регулярно. Вот, что такое аукцион открытия? Это до открытия торгов, биржевых торгов, люди выставляют заявки. Каждый может выставить заявку на покупку или на продажу акций. И эти заявки, посмотрите, вот сейчас, пока все хотят купить максимум по 58.30, торгов нет еще, а продать все хотят подороже, естественно. И пока еще никто среди них не, так сказать, ну, заявки не встретились. То есть аукцион, ну, грубо говоря, не состоится, потому что не найдется продавцов. Но сейчас, да, этот аукцион открытия, он в последнюю минуту перед открытием биржи, он сработает. До открытия биржи остается 3 минуты. Сейчас я буду держать, пытаться ваше внимание, 3 минуты. И в последнюю минуту, когда-то, неизвестно когда, с точностью до секунды это неизвестно, выбирается цена, по которой выставлено наибольшее количество заявок на покупку и на продажу одновременно. И вот та цена, которая будет, она и будет результатом аукциона открытия биржи. Сейчас пока, посмотрите, люди ставят на продажу 58.40, 59, 59.20, ну, кто-то такой же, как и я, по пакеты по 200 и пакеты в 1000 акций кто-то поставил вот с шагом 20. Я поставил с шагом 25 и повыше, ну, потому что я жадный, наверное, вот. И посмотрим, у кого что сработает. То есть вот эти вот 58.40, оно буквально вот здесь вот аукцион идет, а другие заявочки стоят пониже. Вот самая низкая заявка сейчас 58.40. А это буквально последняя цена. И пока еще нет заявок на покупку выше, чем 58.35. Ну, раз нет, так нет. Давайте смотрим на эту цену. Когда заявки появятся на покупку, тогда будет уже, ну, немножечко по-другому выглядеть стакан цен. Ну, давайте посмотрим на наиболее ликвидные. Вот, например, Сбербанк привилегированные. Что там происходит с аукционом? Сейчас давайте посмотрим. Стакан цен, вот он. Тоже ничего интересного на самом деле пока. Вот. Ну и бог с ним. То есть те заявочки, которые выставляются, они будут... Ну вот, мои заявочки уже сконцентрировались как-то. Никого между ними нет. То есть покупать никто не хочет дорого, судя по всему. Ну а продавать дешево я не буду просто, потому что не хочу. Вот, поэтому просто ждем аукцион открытия. Если появится крупный игрок, который, например, захочет купить сколько? Скажем, 4-5 тысяч лотов, то он скупит вот все вот это вот. Понимаете? Он все вот это, весь стакан этот скупит. Вот, если кто-то захочет купить 5000 лотов. А вот здесь вот сколько было куплено лотов, давайте посмотрим. Сейчас я вам скажу, сколько. Ой, так. Здесь было куплено 10 тысяч лотов. А вот здесь было куплено, сейчас скажу, сколько. 4944 лота было куплено. То есть кто-то один купил там 4000 лотов. То есть я вполне с моими ценами вписываюсь при такой покупке. А вот здесь было куплено 8070 лотов. То есть если кто-то придет и захочет купить вот на данный момент 5000 лотов, просто вот богатый такой Буратино, то, соответственно, я эти все свои акции продам ему. Опля. Так, да, все мои заявочки стоят. Что произошло? А произошло следующее. Аукцион состоялся. Да, биржа открылась. Ничего не произошло, мои заявочки стоят. Ну и пусть стоят. Теперь я смогу перенести свою заявочку последнюю. 64.10 вот сюда. Ну, ее можно и не переносить на самом деле.
Вот, потому что вряд ли уже сработает, потому что аукцион открытия состоялся. И вот такие действия я буду делать каждый день. Сегодня не получилось. Вот, но я надеюсь, что это полезно, что такое аукцион открытия, на нем действительно можно заработать. Вот вы видите, я просто это буду делать каждый день и все. Сегодня после 18:45 эти все заявочки снимутся. И завтра с утра я буду делать то же самое. Когда получится, я вас обязательно сообщу, вам обязательно сообщу, что у меня получилось продать обувь России и получить достаточно большую прибыль. Поэтому оставайтесь, пожалуйста, на моем канале. Сейчас поставьте, пожалуйста, лайк. И до встречи. С вами был Демитков Юрий.